Территории, где не соблюдается правила благоустройства, выявляют в ходе выездных рейдов. Свалки мусора фотографируют, а ответственных за уборку лиц призывают к ответу. Вот на фотографии видно, что деревья сломаны. Их, соответственно, надо спилить. Если нет пилы, можете подойти к нам в комитет. Мы под росписи дадим пилу, чтобы потом возврат был, соответственно. Претензии к прилегающей территории одного из вузов города. Нарушение должны устранить в трехдневный срок, иначе будет составлен административный протокол. Аналогичные меры могут предпринять и к частной фирме по улице Чкалова, представитель которой заявил, что мусор на территории появился по вине соседнего предприятия. Каждый год мусор там образовывается. Почему? Они каждый год свозят из внутренних территорий туда снег. Каждый год. Если ситуация такова, то оба предприятия должны привести территорию в порядок совместными усилиями. Иначе на юридическое лицо за нарушение правил благоустройства могут наложить штраф от 10 до 20 тысяч рублей. Арина Макарова, Валерий Мазин. Новости Димитровграда.